Совсем темно. Ребят, скажите, как меня видно, как меня слышно? У меня такое ощущение, что темное лицо, да? Все хорошо, да? Может быть, у меня здесь просто немножко отсвечивает от окошка. Ну что, всем доброе утро. Надеюсь, что у вас сегодня хорошее настроение. Сегодня совсем несколько дней, а вернее четвертый день нашего с вами участия в новом проекте. Но вы знаете, когда ты в новое идешь, с дружной командой, то уже ничего не страшно. И сегодня я с вами поговорю, конечно, о финансовой перспективе. Я вижу немного людей сейчас на вебинаре, но я абсолютно уверена, что именно эти люди – это основатели проекта «Жанес» в Восточной Европе, в странах постсоветского пространства и, конечно, в мировой экономике. Почему? Потому что я знаю, что к нам уже присоединились за эти короткие три дня и люди и из Африки, и из Европы, и из Америки, отовсюду. Поэтому я не могу вас ограничивать в вашем видении, что мы основатели только вот определенного... что мы основатели определенного такого узкого региона Восточной Европы. Нет. Если мы приходим, то мы покоряем весь мир. Итак, я могу сказать, добро пожаловать в компанию «Жанес». Сегодня надо идти именно туда, куда завтра пойдут все. Почему я это говорю? Вадим миллионер, он как никто почувствовал свои миллионы. Да, у меня есть такой, знаете, бизнес-прогноз, что Вадим Белашицкий в ближайшие полгода войдет в число миллионеров компании. Хорошо, Вадим, ты про спонсора не забудь. Итак, почему я именно с этого слайда начинаю? Сегодня надо идти туда, куда завтра пойдут все. Я буду перед вами открыто и говорить буду то, что является сегодня, на сегодня правдой. Хотя вы знаете, что такое правда. Это мое отношение, лично мое отношение к данному действию, к данному событию в данный момент. У вас своя правда. Но поскольку это вебинар вожу я, поэтому я буду говорить о своей правде. Я в сетевой индустрии уже скоро будет 15 лет. И вы знаете, я вам хочу сказать, что никогда так легко не шли люди в новый проект. За 15 лет это мой третья компания, и я, кстати, этим очень горжусь. 14 лет отдать только двум компаниям, это говорит о том, что везде, где бы я ни была, здесь я хвастаюсь, это были серьезные проекты. Может быть, это было мое собственное отношение, может быть, это видение какое-то. И, конечно же, это финансовое прогнозирование. И Жанес на сегодняшний день, я увидела в нем огромные возможности. Это моя правда.
И когда я сегодня разговариваю с людьми, вот я вам скажу честно, ни один человек не сказал нет. Да, может быть, у него есть какие-то ограничения с финансами. Но ни один человек не остался равнодушный от того предложения, которое мы сейчас вместе с вами продвигаем на рынок. Если мы занимались, вот здесь есть люди, с некоторыми людьми мы уже вместе все эти 14-15 лет, с некоторыми чуть-чуть поменьше, и все-таки отрабатывая статистику, нам приходилось слышать слово «нет». Но вы же знаете, что «нет» не существует. «Нет» — это «да», но попозже. Либо ты мне не дал правильную информацию, которая меня бы могла заинтересовать, либо я не готова к восприятию той информации, которую ты мне сейчас передаешь. Это все зависит от того человека, с которым ты разговариваешь. Ну и, конечно же, безусловно, и от тебя. С какой энергией ты это говоришь? С какой силой убежденности? И насколько тебе сможет человек после твоей информации довериться? Поскольку вера у него придет только тогда, когда начнет действовать. А вот фактор доверия формируется именно в первый разговор. Первую встречу. Так вот, смотрите, господа, 3 дня я разговариваю с людьми, идут регистрации. Единственный вопрос, который я слышу, ответ, вернее, для себя я буду точно пользоваться. Но позволь мне дать мне несколько, там, какой-то промежуток времени, чтобы определиться, буду ли я это развивать как бизнес. Это уже да. Следующие ответы говорят, это очень перспективный бизнес, и я буду его развивать. Единственное, дай мне немножечко времени для того, чтобы я изучила, наполнилась больше информации, для того, чтобы определиться, с чего мне начать. Вот всего 2 ответа. Буду ли я этот бизнес делать? Но как клиент точно. И как я начну этот бизнес делать, уже как партнер. И я сегодня хочу посвятить этот вебинар именно своему видению, как начинать новый проект. Так, и что? Так, это неправильно. Так, что-то я запуталась. Мне нужен первый проект. На сегодняшний день, когда вы заходите в свой бэк-офис, а вы все получили в подарок, все-все-все получили в подарок бэк-офис компании Janes. Если вы обратили внимание, он практически не отличается от нашего. Более информационно насыщенный, более интересный, более легкий в отчетности. Но, тем не менее, конечно, его нужно познать, потому что все новое, все это интересное, но на него нужно уделить внимание для того, чтобы его понять. И в разделе «Магазин», что мы всегда делаем, мы видим вот такой вот, написано «Upgrade Fundament Pack», фундаментальный пакет. Вы знаете, или можно его так перевести, как «Пак основателя». Я задавала вас себе вопрос. Все 14 лет, работая в сетевой индустрии, я всегда хотела быть основателем. Всегда. Может быть, жизнь, а еще там с 15 лет поставила на понимание,
что такое фундамент. Может быть, потому что я жила на пятом этаже, и мне так было интересно, и я даже немножко завидовала тем детям, которые жили, на первом этаже. Они так быстро бегали во двор, а мне надо было все-таки спуститься с пятого этажа. А второй момент. Может быть, это привычка спорта, где ты встаешь на твердую такую основу с номером один, и как ты видишь восхитительные взгляды окружающего тобой, ну, тебя мира, сколько людей восторгается, и ты насыщаешься, ты наслаждаешься тем, что ты победитель. Вот это вот состояние счастья, победы, оно очень плотно укореняется в вашем мозге. И именно тогда, когда вы побеждаете, пусть маленьких даже каких-то своих действий, может быть, вы очень вкусно сготовили борщ, да, или сделали какой-то рагу, и вас хвалят, вы говорите, и вам говорят, это лучшее блюдо. И вы опять находитесь вот в том состоянии, которое является вашей победой. И чем чаще вы это делаете, тем быстрее вы к этому привыкаете и однозначно стараетесь любое действие довести до победы, то есть до совершенства. Хотя вы знаете, что совершенства не бывает. Вот. Но, тем не менее, стремиться к совершенству – это и есть дело нашей всей жизни. Мы именно для этого сюда и пришли. Так вот, основатель, да, основа, фундамент, пакет. Апгрейд, мы поговорим, почему апгрейд, да? Это слово уже мне показывает, что это правильно. Мы не можем построить крышу, если нет фундамента. Мы не можем поставить даже самые лучшие окна. Куда? На землю? Если нет фундамента. Мы не можем стать финансово стабильными людьми, если нет фундаментального отношения к бизнесу, к деньгам, как я это всегда называю, финансовой грамотностью, видение твое финансовое. Вот как раз фундамент – это и есть твое видение. Ты будешь строить точные замки или ты основательно подойдешь к этому бизнесу? И нам компания в подарок, послушайте меня внимательно, в подарок дает возможность, какую уже использовали 4 года назад, те самые первые партнеры, которые пришли основывать величайший бизнес в системе омоложения, лидеры компании «Жанес». Не может быть, чтобы они были всегда, эти пакеты. Они даются в подарок, в твою возможность. Они как лакмусовая бумажка проверяют тебя, извините меня, на твое финансовое видение, на твою силу убеждения. Действительно ли ты хочешь строить этот бизнес в этой команде, в этой компании? Действительно ли ты видишь свое собственное финансовую стабильность и свободу в этом проекте? Это лакмусовая бумажка. И если у тебя есть сомнения, значит, возможно, ты на сегодняшний день еще не понял, что надежный твой домик успеха без основания, без фундамента не имеет никакого смысла. Это мое отношение. И я не могу даже заходить в другие разделы и рассматривать покупку какого-то другого продукта без покупки основателя. Вы можете добавить то, что вам необходимо. Но это даже не вопрос, состоит этот пакет. Ну а вам сейчас очень ярко представлено, что пакет, сапфировый пакет основателя, дает вам возможность иметь в руках 3 вот таких сыворотки. Вы знаете, я этим продуктом
я честно скажу, я его уже имею в руках 4 года. Потому что каждый раз, когда мы встречались с Венди, с Рэнди, с владельцами, с Люси, с директором финансовым, маркетинговым, вернее, и с многими людьми, в том числе и с Кайлом, я всегда получала это в подарок. Но я была очень непоследовательна. И что я делала? Я его как скорую помощь. Когда я уезжала в какие-то регионы, перемена климата, вода, нехватка кислорода. Поверьте мне, человеку, который живет на свежем воздухе, это очень быстро. Я это быстро ощущаю. Даже Киев, даже Днепропетровск, казалось бы, небольшие такие территориальные расстояния. И то, вот когда я куда-то уезжала, я брала это с собой. И это моментально освежало мою кожу, когда утром ты просыпаешься, и ты чувствуешь, как ты немножко оттекаешь, твое состояние кожи уже другое, казалось бы, непривычное. И многие-многие вещи, которые, так тебя расстраивают немножко. И вот это вот моментально приводило мою кожу в сияние и такую свежесть. Сколько это было? 3-4-5 дней. И когда я возвращалась домой, я опять возвращалась к своей любимой. И я не отрицаю на сегодняшний день любимой косметики компании FFY. А это откладывала опять. А зачем? Вот объясните мне, если меня человек спрашивает результаты продукции FFY, я же не могу его обманывать и сказать, да, я пользуюсь. Хотя я знаю, что некоторые сетевики, которые работают, или, так скажем, консультанты, которые работают в косметологических каких-то проектах, пользуются сами самостоятельно продукцией, а говорят, посмотри, какой у меня результат, вот я пользуюсь этой. Но я на такой компромисс не шла. И я люблю продукцию компании, косметологическую линию FFY. Но иногда я была вынуждена пользоваться этим. Но когда мы уже четко приняли решение, что мы переходим, соединяемся, расширяемся, если правильно это сказать, расширяем свои возможности с компанией Genest, конечно же, мне пришлось этим пользоваться систематически. То есть наша чудотворная, чудодейственная сыворотка. Кстати, она имеет самый большой товарооборот. Самый большой товарооборот. И она, как вам сказать, более выгодна, потому что вот один этот тюбик, он является как раз вашей ежемесячная активность. Как вы будете ее применять с косметологической точки зрения, с медицинской точки зрения, с космоцевтикой, я не знаю. Но она очень легка в использовании. Конечно же, обязательно активизировать работу этой сетки надо вот этим продуктом. Это увлажняющий крем. У нас будут специальные вебинары, где мы четко-четко разложим, как называет Жанна, сделаем научный доклад по каждому продукту, и у вас будут специальные вебинары, где вы познакомитесь со всей линейкой, с ингредиентами, с рекомендациями, с формой использования, с перспективами, с осознанием, в чем эксклюзив, почему аналогов нету и так далее, и так далее. Это отдельный вебинар, и сейчас я говорю о деньгах. Я вам хочу сказать, что это очень работает, проверено. И на сегодняшний день в апгрейде фундаментального пакета, мы называем это пакет основателя, вот таких вот три сыворотки. Два увлажняющих крема. Три с нанотехнологиями, три крема. Ночной
ночной увлажняющий крем. Кстати, действительно, рекомендую, не экономьте. И если даже вы идете на какой-то пакет, который ограничивает там содержание, докупите себе обязательно, потому что это очень важно. Вот именно в системе вот эти вот тюбики, они очень важны. Ну, конечно же, мы никак не сможем. Мы никак не сможем без очищения. Кстати, я вам хочу сказать, что этот продукт настолько экономный, очень экономный, но у меня пользуется даже мой муж, и он сейчас отложил все какие-то там пенки, все какие-то очищения, он пользуется только этим. Маленькая капелька в пеночку вбивается, и, пожалуйста, вы получаете максимальный очищающий эффект на своей коже. Таких вы получаете два тюбика. Вот это вот чудодействие, но у меня уже был пустой, да? Это боди-восстановитель, да? То есть крем для тела. Вот сделайте эксперименты, сфотографируйте. Например, если у женщин есть какие-то растяжки, вот мажьте определенное время только одну область, и вы увидите, что происходит с вашей кожей тела. Это очень активный и действующий крем. И, конечно, наша лифтинг-маска. Чем она отличается от FFI-маски, мы поговорим на специальных вебинарах. Но это очень активный, и я рекомендую вам обязательно ею попользоваться. Хотя для Жанесса это новый продукт, он появился буквально несколько месяцев. И вот такой бокс. Два их. То есть 30 пакетов в каждом боксе. И вот два таких вот бокса. Это резерв. Вы знаете, буквально недавно ко мне приехали друзья. И также пришли в гости дети. И ребенок, которому было 14 лет, он сильно кашляет. Кстати, я заметила, что мои тоже кашляют. И тогда я увидела, какие лекарства они употребляют для того, чтобы убрать эту сухость и поддерживать свое, значит, более-менее здоровое состояние. Я взяла всем троим, дала по вот одному тюбику на ночь. Первое, что сказала мама, которая проснулась, вот этот 14-летнего мальчика, она сказала: кстати, а он до 4 утра вообще не кашлял, только к утру немножечко начал. Но он же не принимал лекарства, он только скушал вот этот вот гель. Мои дети подтвердили то же самое. И я вам хочу сказать, что вот это потрясающий продукт, который занимает второе место в товарообороте компании. Тогда получается, что это нужно для вас. Мы опять же на вебинарах изучим это. Тогда получается, что пак основателя нам дали как раз из тех продуктов, которые дают максимально быстрые, показательные. Так, люди. Максимально быстрые показательные результаты. Для того, чтобы вам быстрее стартануть. Два топ-продукта компании. И вот он, ваш пакет основатель. Именно на этих двух продуктах компания стала стремительно расти, так скажем, и занимать вот именно с этими двумя продуктами она вышла на 86-е место. А уже дополнительные продукты нас продвинули на 46-е место в топ-100 мировых компаний. Поэтому пакет действительно основателен. Но о том, что дает этот пакет, мы поговорим немножко попозже. Итак, мы возвращаемся к тому, подводим итоги тех вещей, которые я говорила. А, нет. Есть точно такой же пакет
точно такой же пакет, только он увеличен, почти утроен. Чем они отличаются? Обратите внимание. Если здесь мы представляем три сыворотки, там и так далее, да, ну берем это, идем от сыворотки, там три комплекта и два резюма. Стоимость этого пакета апгрейд только для сотрудников, для партнеров FFI. Он дает вам 9 дней сапфировой квалификации. Чтобы вы понимали, это платина, да? Можно его купить только один. Он дает только месячную активность, никаких автошип. Вообще компания Жанес, она не дает вам покупки пакетов, не дают вам предварительных автошипов. Только единственный пакет «Амбассадор», который дает годовую активность. Все. Теперь посмотрите второй пакет. Для тех, он тоже пакет основателя, стоит он $2999.95 плюс налоговое обязательство, которое возникает в вашей стране, где вы проживаете. И он почти в 3 раза увеличен. Почему я сказала почти? Потому что есть соотношение, что быстрее расходуется, что меньше расходуется, но вам дается самое-самое лучшее. Это, конечно же, 7, представьте себе, 7 вот этих вот боксов и 8 сывороток. А все остальное это как раз дополняющий момент к этим двум продуктам. Но вот именно он как раз и дает вам, его называют чемпионский, да, или же как пакет бриллиантовый, алмазный, ну то есть супер пакет, да. Вот, он дает 90 дней вам точно так же квалификацию сапфир, но плюс 11 месяцев автошипа. То есть, приобретая этот пакет, платят за доставку один раз, получая привилегии, которые заключаются в том, что у вас больше товаров, значит, больших людей вы затронете, больше клиентов к вам присоединится. У вас есть специальный ужин. На открытие компании, в октябре месяце вы будете иметь право участвовать 2 человека в специальном ужине. А вы знаете, какие ужины устраивает компания, да? Вот, и это ваша история успеха. Плюс вы подумаете, у вас есть целый год. Не обращать внимания на свою активность, потому что она у вас идет автоматическая. А поскольку пакет основателя, он дает нам еще участие в 2% мировом фонде, об этом мы сейчас поговорим, то вы сможете, не отвлекаясь на свою личную работу, вы сможете помогать вашим первым линиям, вторым. То есть только через год у вас возникнет автошипное обязательство. Значит, вы никогда не сорвете участие фундаментального пакета перераспределения 2% фонда, потому что непременное условие получения этих денег – это обязательное участие в автошипе. А вот вам уже, пожалуйста, 11 месяцев предварительного автошипа. Очень выгодный пакет и, конечно, имидж. Я его называю VIP-пакет, то есть лучший из лучших. Посмотрите на вот эту вот картинку. 6 продуктов. Очищение, увлажнение, серум, маска и боди, да? То есть крем для тела. Поверьте мне, вот здесь написано абсолютно правда. Ваша кожа, она станет не только красивой, она станет счастливой, потому что она поймет,
что она достойна самого лучшего. Здесь есть значки, которые удостоены наши крема, наша линия косметологическая. Абсолютно без ГМО, органический сертификат мы имеем, антиаллергеновая, абсолютно 100% натуральная и имеет фармакологическое действие, как мы космоцевтику называем. Коллекция космоцевтики. Это полностью натуральная гипоаллергеновая, без парабенов. Восстанавливает водный баланс на 85%. Можете себе представить? Это вообще потрясающие вещи. Препятствует сокращению теломер. Опять это уже мы идем в генетический момент, как раз наша система омоложения. Помогает рождению новых клеток, что способствует отшелушиванию старых, более быстрому, да, тем самым усиливает обновление и омоложение. Полноценное питание, комплекс витаминов, антиоксидантов, что повышает защитные функции, улучшает клеточный обмен. Восстанавливает уровень внутриклеточного белка. Восстанавливает поврежденный коллаген, уменьшает морщины и сокращает поры. Кожа разглаживается и сияет, удаляет шрамы после операции. Вот здесь вот нужно обратить внимание, она не удаляет. То есть она способствует рассасыванию коллагеновых шрамов. То есть, ну, все зависит от того, как вы долго будете пользоваться. Но если вот это вот видимый эффект сокращается к минимуму. То есть коллагеновые шрамы и ожоги. Является солнцезащитным от вредного ультрафиолетового излучения со степенью в 30 факторов. Да? Используется специальная система доставки фосфолипидов на наноуровне. Это как раз вот ночной крем за это отвечает. Достигает той глубины дермы, где происходит наиболее эффективное поглощение активных ингредиентов. Я, знаете, для чего это сказала? Чтобы рассеять все ваши сомнения, что, ой, какая эта косметика дорогая. У меня нету людей, которые могли бы себе позволить в такой экономический, политический, кризисный момент приобрести эту систему. И куплю я, Оля, этот пакет. И что я с этим буду делать? А деньги у меня кредитные, а деньги у меня заемные и так далее. Что говорит 80% людей? Господа, поверьте одно. Если вы хотите быть богатым, уйдите в богатый круг. Но, вы знаете, это не значит, что вы пойдете искать миллионера. Вовсе не надо. Есть люди, которые не имеют огромных денег, но они богаты в отношении к своему здоровью, и они готовы платить. Не надо искать там где-то там на улице бомжей и предлагать им косметику. Поменяйте свое видение. Вокруг вас полно людей, которые готовы платить за свою красоту и здоровье. И все будет просто замечательно. И я вам сейчас... Вы видели, я нигде не даю цен, потому что цены вы можете увидеть на своем сайте. Я просто пытаюсь сейчас показать вам ту величайшую ценность, которую вы сейчас можете взять для себя и передать эту ценность другим людям. Поверьте, что такое красота? Неважно, для мужчины, для женщины, для подростка, который очень огорчается, когда у него угревая там сыпь или какие-то нарушения там по крови. И именно в тот момент формируется его отношение к красоте. И он начинает себя чувствовать немного ущербным, не таким. И это клеймо остается на всю жизнь. Но когда вы красивы, когда ваша кожа сияет, вы смотрите на себя в зеркало, и вы понимаете, что вы действительно красивы.
вы даже не замечаете, как к вам начинает прилипать, притягиваться подобное. Все красивое, богатое. Все начинается только с вас. Ценность этой системы величайшая. Ну и еще немножечко хочу затронуть антиоксидант наш. Ресвератрол. Это ключевой ингредиент нашего резерва. Что туда входит? Вишня, черника, бурый виноград, ягода сай, зеленый чай, гранат и алоэ. И вы знаете что? Конечно, вы можете пить красное вино, конечно, вы можете эти овощи, ягоды употреблять самостоятельно, но они же еще должны усвоиться. А когда друг друга они дополняют, и именно эта композиция, об этом мы будем говорить, как она влияет именно на систему омоложения на других вебинарах. Но я хочу вам показать, что именно эта композиция резерв обеспечивает достаточное количество ресвератрола в форме высокоусвояемого геля. Это не просто вот варенье, как некоторые это называют, и не джем. Это гель. Специально был создан по высоким технологиям, чтобы он легко усваивался каждой клеточкой вашего организма. В 200 раз. Представьте себе, в 200 раз. Не в 2, не в 3, не в 10. В 200 раз лучше, чем традиционные формы. Так зачем мне напрягаться? Изнашивать, заставлять работать мои клеточки? Я беру этот пакетик, и он все сам сделает. Я помогаю своему организму бороться с факторами старения и заставляю его работать в системе омоложения. Посмотрите, что нам дает резерв. Нашу энергию, наше здоровье. Прекрасные формы тела, мышечной массы, умственная наша работа, системы всей работы, ДНК, хромосомы и так далее, генетической. И, конечно, огромная поддержка всем кровеносным сосудам, находящимся в нашем организме. Так вот, знаете, что в нашем организме 5 километров сосудов и капилляров. И вот этот вот один пакетик, он обслуживает 5 километров нашей соединительной ткани. Да? Я имею в виду сосудов и капилляров. Это продукт, достойный вас. Не вы достойный продукт, вы достойны самого лучшего, а этот продукт достойный вас. Но давайте посмотрим, как работает бонус основателя. Мы уже поговорили, что состав, потому что почему я уделила внимание? Звонили мне некоторые люди и говорили: Оля, я бы купил и за $1000, и за 3000, но вот мне так хочется попробовать Finity, мне так хочется попробовать АМПМ, вот, ну, пропектина у нас, ну, а вот Витасел у нас будет. Вот так мне, вот если бы они сделали этот пакет вот полностью, там, допустим, за 1000 вот сделали только из резерва и косметики, а за 3000 еще включили пищевые добавки, вплоть до того, что я бы подождал. Вот, но мне хотелось бы именно так. Вы знаете, я не могла не согласиться с этими предложениями, я даже выносила их на рассмотрение компании. Но с другой стороны, я поняла, если это пак основателя, он должен базироваться на самых основных, на самых быстро появляемых, на самых быстро эффективных, то есть видимые эффекты продуктов. Поэтому понимайте одно, разница только в количестве и в вашем видении. Но я абсолютно согласна с компанией, что
надо давать самое лучшее. А то мы еще с вами сможем и купить, и попробовать, и получить свои результаты. Это не вопрос одного там, дня, одной недели и даже одного месяца. А на этих продуктах вы получите быстрые результаты, тем самым улучшите свою там, систему убежденности и будете передавать эту информацию с большей уверенностью. Но давайте все-таки посмотрим. Пакет основателя, неважно какой он, бриллиантовый или базовый, что он дает? Он дает вам участие прикоснуться как основатели к 2% товарообороту всей компании. Читаем четко. Если вы купили пакет основателя, то каждый квартал вам выплачивается 2% от общего объема компании через 1000 баллов от объема баллов вашей личной команды, персональной команды, исключая спилловерную, плюс личные баллы, это ваша личная закупка. Доходы делятся поровну между участниками программы «Основатель». Именно поэтому их не может быть много. Наша задача не продать паки «Основателя», а наша задача распределить возможности обладать паком «Основателя», а вернее бонусом «Основателем», только лучшим из лучших. И он не может быть в большом количестве. 1000 пакетов, которые мы сейчас выставили на рынок, все, это максимальное, что мы можем представить. Иначе смысла не будет. Тогда акция будет очень маленькая. Хотя вы знаете, что каждый год мы удваиваем свой товарооборот, тем самым удваиваем 2% объем основателей. Итак, доходы делятся поровну между участниками. Стоимость акций будет определена каждые 3 месяца, основываясь на квалификационных баллах в сравнении с общей суммой продаж компании за этот квартал. Здесь нетрудно посчитать. Вы можете считать бесконечно. Даже ребенку понятно, что это выгодно. Очень-очень выгодно. Знаете почему? Потому что, когда вы зарабатываете свои личные объемы, это ваша личная работа. Когда вы получаете командные деньги за командные объемы, это ваша командная работа. Когда вас поощряет компания на лидерские матчинг-бонусы, это ваша профессиональная работа. Но как вы можете влиять на товарооборот всей компании? Скажите мне, пожалуйста. Как вы можете получать деньги за ту работу, которую вы не выполняли? И есть лидеры в других странах, которые уже фундаментально стоят в своем, как говорится, в своей команде, в своем бизнесе. И 80 стран. Они участвуют в создании этого фонда. Представьте себе, если в прошлом месяце, не, прошлый, я не знаю, июль, но в июне месяце был товарооборот 40 миллионов, представьте себе, 800 тысяч было сформировано для основателей, оставлено, зарезервировано. Но поскольку мы получаем ежеквартально, то даже если предположить сдублицировать, не поставить рекорд, а сдублицировать результат, вот в квартал это уже получается более 2 миллионов. Сколько денег вы получите с этого фонда? А в следующем месяце мы планируем больше. А в следующем месяце еще больше. И я знаю, что цель нашей компании – выйти на полумиллиардный товарооборот. А теперь посчитайте, сколько может денег попасть в ваш карман от этих, казалось бы, не совсем приглядных 2%. Я всегда получала от жизни только то, что я делала.
Я всегда зарабатывала только деньги, которые выполняла, за которых я выполняла работу. Не было. Нет, конечно, у меня были наемные сотрудники в моих предприятиях. Я им платила зарплату. Они из моего, мною заработанных, инвестированных денег, я перераспределяла свою прибыль. Но они были наемниками. А здесь, я имею доступ к 2% основателя всего фонда мирового, не прилагая особых усилий. Вы вообще можете это понять? Я вам хочу сказать, что если вы на сегодняшний день можете на одну руку поставить пакет основателя, неважно, 1000, 1000 или 3000, а на вторую руку положить свой страх, нету денег, я еще посмотрю, я еще подумаю, я еще посоветуюсь, я поищу деньги. И получится, как этот ослик, да, как все остальные, то, поверьте мне, у вас никогда не будет финансовой свободы. Вы никогда не придете даже к стабильности, не говоря уже о финансовой свободе. И как человек, который один из основателей нашей команды, я еще раз подчеркиваю, не только я основывала нашу команду. Здесь принимали участие и Жанна Платонова, и Сергей Волков, и Лариса Балтитис, и Елена Рыбаченко, и Наталья Федорова, и многие-многие еще дали одно. Что? Хочешь много зарабатывать? Всегда иди по максимальной программе. Хочешь много зарабатывать? Никогда не теряй время на обдумывание. Включи нюх, и у тебя все получится. Итак, это выгодно. И это самая большая глупость. Пропустить эту возможность. Сейчас я отвечу на ваш вопрос. Пакет основателя – это фундамент вашего финансового развития. Поэтому добро пожаловать в компанию Жанес. Добро пожаловать в вашу финансовую свободу. Добро пожаловать в вашу счастливую, здоровую жизнь. И добро пожаловать в наши интересные путешествия. Потому что следующий вебинар я буду говорить о замечательном, очень быстром для нас путешествии в Макао. Что вы должны будете сделать? Я скажу вам чуть попозже. Но одно вам даю подсказку. Я, парк основателя, и мои первые линии имеют пакеты основателя. А вот сколько, за что и что вы получите, об этом мы поговорим в следующий раз. Но знаете, это вообще не обсуждаемый пакет. Я не буду никогда вас заставлять покупать дантовый пакет, но я обязательно вам рекомендую пакет основателя апгрейдный приобрести. Обязательно. Хотя рассмотрите свои возможности и свои амбиции. Итак, Владимир из Одессы спрашивает, если человек не был сотрудником FFI, какие пакеты дают доступ к этим процентам? Пакет основателя, когда, если он не был сотрудником FFI, то вообще не совсем правильный такой аргумент, определитель, это партнер FFI. Если человек не был партнером FFI, и он присоединился в Жанес уже в проект, то у него будет точно такой же пакет, но за $1200. Плюс налоги той страны, в которой он ведет свою деятельность. Нам дают за 1050, потому что это апгрейдный, мы уже партнеры, а новичкам за 1200, как он действительно и стоит. И как только он купит этот пакет апгрейда,
Ой, вернее, основателя, он имеет процент, доступ к этим процентам, Владимир. Что делать, если не открывается страница с паком апгрейда? Татьяна, пробуйте первое в другом браузере зайти. Во-вторых, не волнуйтесь. Компания ответственно сказала, поскольку сейчас переносится более 100 тысяч аккаунтов. Вы можете себе представить, в 6 часов в пятницу, в конце рабочего дня, начались переносы данных. Конечно, это невозможно. Просто взорвали компьютер. Просто взорвали компьютер. Ведь это же надо проверить платежи. Это система банка, чтобы мы исключили хакерские проплаты, чтобы не получилась накладка логинов, потому что ваши логины, они переносились. И были такие моменты, как совпадение. Вот представьте себе, мой логин переносится, а есть, допустим, такая же, точно такой же человек с логином, и как тогда... Хорошо, что если у нее чек больше, и ее комиссионный ко мне, а если меньше, я с этим не согласна. Поэтому система проверяла присутствие такого логина, и она подтверждала уже твое участие, как вас перепроверяли. Поэтому перенос данных, оно занимает какое-то время, и Таня, я тебе хочу сказать, что до вторника все восстановится. Вот я знаю, например, Ольга Волкодаева, ее логин, она зашла, она сделала свой заказ, проплатила пакет основателей, самое первое, одна из самых первых, и потом у нее бэк-офис закрылся. И она больше не смогла вот до сегодняшнего дня зайти в бэк-офис. Я пыталась разобраться, поскольку суббота-воскресенье у нас не было связи с компанией, они отдыхали, но потом я обратила внимание, через свое спонсорство я увидела, что за Ольгой Волкодаевой числится логин более отличен от того логина, который у нее был в FFI. Если она была в ОК, то сейчас она стала, ну, например, в ОКРУ 801. Вообще не могу понять. Но система распознала и присвоила ей вот такие еще дополнительные моменты. Поэтому вполне возможно, что вы находитесь в том моменте, когда идет согласование, но оно приостановилось из-за выходных дней. Так что, Танечка, наберись терпения, обязательно все произойдет. И твоя страница с апгрейдом откроется 100%. Хотя ты же проплатилась-то. Или это ты про новичков своих? Или про старичков? Так, прекрасная информация, спасибо. Так, Оля, партнер переоформил бэк-офис на себя в FFI. Это видно. Что такое переоформил? А в Жанессе прежний логин, как оплатить пак основателя? Скажи мне, пожалуйста, прежний логин, Лариса, а это непосредственно фамилия-то его стоит, когда курсор подводишь? Посмотри в своей генеалогии. Может, база данных, она потом изменится. Если я бы не стала рисковать, я бы оплатила, а потом бы с логином разбиралась. Уж лучше я несколько дней разберусь с логином, но буду с паком основателя, чем я буду несколько дней разбираться с логином и останусь без пака основателя. Так, вот у меня Володя, молодец. Вот самый он такой... активный. И Алексей тоже. Спасибо, Алексей. Мне очень лестно, потому что я знаю, что вы первый раз на моей конференции. Лариса Ли опять. Человек стал партнером 100 CV 31 июля. А в Жанессе бэк-офиса не видно. Лариса, новые люди от 1 числа, а 31-го. Лариса, я же тебе отвечала, давай уже дождемся, проснется компания и решим твой вопрос. Я не могу тебе сказать, потому что все перенеслись. Все перенеслись. Что там с этим человеком произошло? Может быть, что-то, ну, 31 число, непонятно.
Решим вопрос с твоим человеком. Так. Я поняла, Танечка, потому что я помню, что ты уже купила пакет. Ты, значит, для других людей. Подождите, ребята, это все только из-за того, что не успевает перенести огромнейшую базу данных. Поэтому я им и предлагала. Я говорю, лучше вы откроетесь 5-го, но уже совсем переносом, чем вы откроетесь 1-го, а потом будете это, все это доделывать. Я вообще против доделок. Я лучше так, сделали и... Так, спасибо, Ольга Анатольевна, вибат, сказала Татьяна. База прежняя, все поняла, спасибо. Благодарю. Хорошо, ребята, время у нас подходит к концу. Я бы очень хотела с вами еще поговорить. Мы сейчас перестраиваем нашу работу на систему Жанес. Мы делаем какие-то переносы информационные, в том числе в ЭКТМ. Мы запланировали сейчас очень много изменений, поэтому, пожалуйста, доверяйте, дайте нам время. Оказывается, как сказал Сергей Волков, оказывается, одна неправильно поставленная запятая может исказить всю программу. Теперь, говорит, я, Оля, понимаю, почему они так долго и так дорого делают исправления. Поэтому доверяйте нам и знайте, что мы заботимся о вас. Мы заботимся о том, чтобы вы все как можно быстрее зашли в команду миллионеров. Я очень хочу, чтобы вы зарабатывали огромные деньги, а вы, пожалуйста, подумайте о своем верховном спонсоре, то есть обо мне. Мне очень нужны ваши матчинг-бонусы. Поэтому зарабатывайте как можно больше. Чем больше вы зарабатываете, тем больше зарабатываю я. Мы обязательно все вместе с вами поедем на Макао. Не останавливайтесь, решайте сегодня вопрос своими финансами, своими убеждениями, со своей мотивацией по отношению пакета основателя. А я сейчас через несколько минут буду хвастаться вашими результатами. Я вам хочу сказать, что только на вчерашнее утро за 2 дня мы сделали более 1 504 000 долларов. За 2 дня. Можете вообще? Мы с вами потрясающие. Молодцы. Молодцы. К нам присоединяются другие страны. Мы модернизируемся. Через несколько минут я буду хвастаться вами, вашими результатами, вашими победами со своим спонсором Джейсоном Караманисом. И, конечно же, я знаю одно, что он мне всегда скажет на русском языке, потому что больше он ничего на русском не говорит. Я люблю вас. Вот это он говорит четко. Я люблю вас. Итак, привет и до новых встреч!